can't stop now. Мы в аэропорту едем лето, да? Да. Едем лето и летим. Или весну. Меня спустило. Ура! А вон дети. Главное, это приезжать нормально в Алистаря, потому что там не видно. Так а где ты в самолете хочешь? Не в самолете. А в Вискарице. А где вообще? Такие длинные. Длинные. Почему ну, такое длинное все? ВС. Так, что, кто-то останется здесь? Я нет. А ты куда? Тебя хотел на экскурсию в эти фри поездки. Начинаю. Здесь вообще не только сидят. Максиму туда нечего идти. Но все равно ничего не продадут. Подожди, да. Фейс-контроль прошли. Ой, Оксане не поверили, что она очень... Да, молодая. Спрашивали, какого года рождения. Не года, а даты. И год рождения сначала спросили. А я говорю, рождения? Что я плохо выгляжу. Она, да, дата рождения. Мне сказали, зачем я бородавку убил. Четыре раза переносили. Четыре раза переносили. У меня понял, прыщик был, когда я приехал. Наш самолет. В итоге поменяли. Бородавка, а родинка была еще. А смотри, а в масках это, второй подбородок хорошо скрывает, видишь? Да, походу, если вообще маску одели. Хрючево вообще это самое, все вот это скрывает. Скоро полетим на самолете. Встречают эксклюзивные продукты. Так, что с нами включается? Неожиданная пещера. История печатных машин. Кранинская Мария выщелена. По картине передаю. Такая себе познавательная штука. Ух ты, класс. Прикольно. Руками нет. Прочесть не хочешь? Слушай, скажут еще, девушка, вы тут книжки все нам порвали. И зачем вы их приклеили на стенку? Неожиданно, конечно. Все. Прикольно. Кафешечка есть. Продолжение. Интересная история. Ты сахар потерял. Так цивильненько. Уже не верится, что у нас такой аэропорт есть. Даже не верится, что такой аэропорт сделали. То было так и зачуханный, как вокзал. Ну так 100 лет назад и было. Да. Картины. Друга святого. История, история. Прикольно. Прикольно.
Ну кто-то будет такое брать? Я не знаю, а надо такое брать. Мы с тобой такие алкоголики, что прямо там, я не знаю, что надо прямо что-то брать. Там же сейчас Мартин, не сильно. Просто когда были вот это вот музыка, мы завтракали пиво. Зайчики поставили. €9. €8. А, это все евро. Коктейли 15. Это все, да? Там, да, там. Евро это все. Это маленький такой. 15 гривен? 5 евро. Нет. Ой, нет, что-то я... Не 15. Что-то я вообще... Я не умею считать. Да, правильно считаешь. Оно должно стоить 15. Да, 15 евро. А, видишь, это вот эти вот. Кудива какой. Смятный. Класс. 7 евро это сколько? Ну, 10 это 330. Блин, они такие вкусные, как раз скидка, надо брать. Да. Я думаю, что тут ну, написано всегда, что скидка здесь. Такие разные напитки, что я вообще даже не видела таких. Ну. Чекушку надо вместе с карика взять. Малибу. Монстр какой-то. Или это конфеты? Нет. Конфеты вот. Есть такие. Так стоят. Да, это ликер. А вот 13 евро ликерчики такие. Да. А это типа пробники такие. О, лимончелло. Полини какая-то. Ну тоже лимончелло, видишь, написано. Это какой-то нейроботен. Ликер Ботега Неро. А, есть тут такая какая-то малинка. О, а вот то с оленем, что ты брал. Ага, Гермес. 10-18 евро, а ты почем брал? Так и вон 10 евро. Ну, из нас такую же цену. Ну, по акции могут там 10 евро. Пивандер. Ликер этот как-то. Сука. Это, наверное, макароны. Воно тобі треба. Ну, чай. Ой, класс. Смотри. Какая прикольная штучка. Мед. Вот какие-то специи, лечевые соли. Это такая большая штука, не что? Да, ямалайская соль рыжая. Слышь, тут снизу написано. Угу. Было, нормально стоит. Было понятно. Да уже так на 10 лет. А лучше спагетти такие. А вот смотри какие. Цветные. Баничики искусственные. Угу. А, так то, что там стекло. Ну вот, вот это ж водка. Пиво, да, это водка, водка. Да даже в таких красивых бутылках водка продается. Чего себе. Ух ты, шкаты прямо как какой-то дезик. Смотри, синий. Прямо как какой-то это самый дезик.
красиво с деревьями. Прикольно. Скелетоны такие. Тут уже все это блоками, да? Здоров. А это дорого? Ну, по ценам это. Ой, это шо? Вот тут. Не палити, не палити. Так, а шо? Ти просто заходиш, нюхаєш, чи шо? Тоже 20 евро, это 660 гривен. Это даже цена, мне кажется. По 58. Шампанское мартини. Вино еврейское. Артемовское, крымское. Ой, такие бутылочки красивые, Хеннесси. Такие дорогущие. Чукарьё? Где ты взял? Вон свой понаборщик. Где? 609 евро. 609. 5 бутылок. Я же говорю, они часы смотрят. Так мы так и знали, что вы здесь. А курилка нет? Нет, закрыт. Кто закрыт? А как это открыть? Нельзя. Есть комната для детей. Ой, а там самолеты стоят. 3700 евро? Вискарь. Мы с Максом зашли на 2 часа, я смотрю, там цены. Я говорю, да это гривна, 18 тысяч. Саша говорит, это гривна. Я пойду самолеты сниму. Здесь самолеты там. Прикольно. Значит, не заснуешь. Но мы не на этом, да, летим? Мы на Германии. Где-то. И тут рядом стоит. Что за газ? Это евро? Это глаз у них, да? 320. Да, мама? Тут все в евро. Да ладно. Да. Это в гривнах. Папа взял маму. Испугал. Пошутил. Денежки аккуратно, не дергайся. Мы проверяли. Вам помочь? Да, Леша, помоги. Ну все. Точно, вот эти стаканчики. Сам, будешь что-то пить или нет? Так я латте себе заказала. Нет, крепче? Нет. Если ты хочешь, то могу с тобой разделить эту радость на двоих. Да, давайте еще пару разов разделим.
А мы запивать не будем ничем? Спасибо. Красиво так. Это капучино тебе. Капучино для мужчины. Я думал, это может такой красивый. Такие красивые бокальчики вообще. А это ты что себе пепси? Куре не это. Там и нет, бизнес-класс. Там весь самолет эконом-класс. Только у пилота бизнес-класс. Что это на бизнес-класс нельзя? У меня такие часы. Мне нравится, что сейчас посветлеет, и можно будет читать. Красиво, как рассвет такой. На камере даже лучше смотреть, да? На камере даже лучше, чем... Нет, ночью хуже лететь, чем прям. Днем хоть видишь, куда ты летишь. Ну, где выходить? Видит пилот. А Алле на телефоне вообще другое освещение. Примерно там... Ну, можно меня. А ты нажмешься. Какая карта у тебя? Бьет освещение. Понял. 10 минут. Не, она так, ну, господи боже, напилося, будь людина. А, ты не хочешь поставить на табло? Ты не смотрел? Я не смотрел. Вы с Максом смотрели. Но было те же надписи, когда я туда шел, курил. Пиши его. Ой, он поворачивается. Знаешь? У этого Airbus, видишь, какие большие мотогондолы. Гондолы. Кто такой гондола? Мотогондола. Да, Азурайр. А? На Азурайре поедем, полетим. Ну, вот она, Азурайр, он не должен сюда. А он туда ушел. Нет, как раз 9-й, да, это как раз вот это наш будет там. Вот это нам к нему так и идти. Ну, тоже. Ты доволен? И так, как ты заходишь, просто табачный так вот. Да, смотри. А мы летим в Египет. Леша очень довольна, радость. Штаны. Все, уже идем. Сидим возле нашего самолета. На видео. Ой. Там написано. Выход на какой? На какой? Просто написано. Выход изменен. Что все меняют они. Ждем. Скоро нам на посадку. Это регистрация начинается? Или это заход уже? Или что происходит? Посадка на самолет, короче. Ждем. Уже светло. Леша лежит. Пасажирів рейсу 1493 авіакомпанії Люфтганза, які прямують до Франкфурта, просимо негайно пройти на посадку. Ну і вже повинні бути в басейні в це время, правильно? Passengers on Lufthansa flight 1493 at gate C7. Помашите бабушке и дедушке ручкой, я для них видео тоже снимаю. Шановні пасажири та гості аеропорту. Сколько входов и выходов. Увага, будь ласка, терминала. Пасажирів рейсу 1493 авіакомпанії Люфтганза, які прямують до Франкфурта, просимо негайно пройти на посадку до виходу номер D7. Attention, please. Passengers on Lufthansa flight 1493 to Frankfurt, immediate boarding at gate D7. Achtung bitte, Fluggäste auf Lufthansa. Сколько людей? Когда там мать? Сегодня? 24, все на наш, да? Самолет. И куча детей. Ужас какой. Ты идешь со своими или нет? А что ему идти с ним? Они и так нормально. А что это эти напихались перед нами столько?
проходим. О, тут прохладненько. Мы по туннелю идем. Детей куча. Наконец-то. Какой задарю огромный он. Мы поехали. В голове страшные картинки просто про пункт назначения. Это типа что уже надо приступить? Да, конечно, приступить. Погнали. Весь спать я хотел. Страшно интересно. Стало интересно. Не видно. Нет, ну нифига. Боже, что скачет он. На нем же.
вот это вот лучше. Пусть он остановится еще, понимаешь, а то самое, это самое... Самое интересное. Он сзади человека, скорее крестился, все с днем рождения. Ну, на таком самолете это да, это точно. Вам читає Хургана. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях. Дякуємо, що обрали авіакомпанію «Азур Ейр Україна». Будемо раді зустріти вас знову на борту наших літаків. І вас зустрічна компанія «Азур». Ми бажаємо вам приємного відпочинку в Єгипті. До побачення. Вам все добре. Де у нас це? Наконец-то ми вийшли з самоліту, везде пости. Везде проверяют, это кошмар. Везде куча бумаг. Так, это еще один паспортный контроль у нас. Ну, где там Алекс Курга? Ну, что за дымка такая? Потом, когда он говорил, он правда тихо говорил, он говорил. Аж пальмы гнутся. Песчаные бури. Нифига себе. Кто ни разу не видел. Вкусно. С приездом. Ура! Ура! Это панакота, не дресня. Или прошоты. Мне кажется, это мамка какая-то. Боже, что делать? Это вкусно. А что это? А ты еще не попробовала? Возьми попробуй. Это... Опа-на. Ты говоришь, что еще, еще. Не, они смотрят на тебя и пока наши номера готовятся, пойдем проведаем немного территории. Проведаем. Господи. На камере даже как-то больше кажется быстрее. По-детски? Холодно? Какая интересная история. Вот бассейн, вокруг бассейна. Давайте наколдуем, чтобы ветра не было. Смотри, ребят, круто. Да? Як у омрубу поховайте на могилі, стрибить широкий Україна мили. Ура! Якщо я живу, то що вона дала? Вдвоєм, на вдвоєм буде 50 доларів. Вдвоєм на один квадратчик. А чого не 30 км? Пацани сказали, пацани сказали. Я покажу черепаха теж там, давай. У нас черепаха 140 лет.